Кто здесь? Уже несколько сезонов подряд я совсем сторонился рейтинга в Апексе. Но на днях чисто для разнообразия мы таки решили погрузиться во все эти ужасы ранкида в виде читеров, кемперов и просто диких замесов. В этом ролике всего из вышеперечисленного будет вдоволь, так что смотрите до конца. Однако напомню, что сейчас вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видосу, прожать колокол и написать в комментах, какой максимальный ранг вам удалось взять за все время. Собственно, приятного вам просмотричка. Время этого мира подходит к концу. Я что-то записывала. Ничего, просто продолжай петь, Даша. Да стой, гнида. Серьезно, она вот просто ушла. Вообще нормально все будет. А, ты кто? Не надо. Не попади по мне. Спасибо. Он все это время ездил на машине, ты серьезно? Я вот его как вначале расколотил, так он и ездил. Я захожу. Он вернулся за мной. Кто герой? Я герой. Я теперь должна ему дать все. Этот. Ну реально, чат, давайте каждый вот по 50 рублей. По писе. По писе. Все по писе. С миру по писе. Мне это, знаешь, сразу эта фотка Антон вспомнил, которую ты сбрасывал, типа, комната жениха, блин. Где я не вижу? Ну, а, метка. Вот так, блядь. Ох уж это старость. Ох уж эти пожилые люди. Где внучок? Где броня голубая? А, у та, да? Ладно. Нет! А что так больно? Да так спокойно было все. Блять, я дебил. Добро пожаловать в клуб. А я, к примеру, сегодня Антону на презике 69 рублей кину. Ультратонки. Или с ворсинками, там же есть этот разный там... С целлюлитом. С целлюлитом. А Билли Джин. Найс. О, это же Валькирин. Ох, саламбро. Удачного стрима, родной. Саламбра. Это что-то мексиканское, саламбра. Это как сомбреро, только для жопы какой-нибудь подгузник такой, тоже широкий. Как сомбреро, только для жопы. Антон, 500-е годы нашей эры. Как сомбреро, но для жопы. Вон Шураш тебе купил недавно. Так он 3390 аж купил вроде. Один хер, огромная байта. Один хер, огромная байта. Следующий видос будет просто цитатник какой-то. Тебе дать, у меня ничего нет. А, это чувак? Я думаю, это куст. Есть лайты для тебя. Блин, и патроны закончились. Ну что ж ты будешь делать? Здесь я нокаюсь. Это невозможно. Даш, Даш. Ты дашь меня? Меня тошнит. Меня укачивает. Татьяна, какой ты сенсей играешь? 5-0. Аргентина, Ямайка. 5-0. 50 поставил. Ё-моё. А, Антон, у меня и DPI раньше. Что со мной происходит вообще? Где вы? Гений. Так, сейчас будет профессиональная раскидка. Вот, туда не бегает. Профессиональная раскидка сработала. Два их сломал. Профессиональная раскидка. На. Прикол. На. Про что был видос-то? Про брикфаст. Про брекфаст, что ли? Ну да. Брекфаст, вот это вот. Брекфаст. Да. Быстрый кирпич. Брекфаст. Я помню, что... Брекфаст. Мы с предаторами летим, кстати. С предаторами? Да. Витя такой сказал, планы резко поменялись. Я бы хотела на вот такой водяной горке спуститься. Только чтобы не было того мостика. А чё бы ты хотела, чтобы там было? Антон, ты что там чат не читаешь, не понял? Потому что я кушаю. Кушаю. И теперь хочу кушать. И я теперь хочу кушать. Вот до этого не хотела, теперь хочу кушать. Антон, ты что, чат не читаешь? Заебал. Я знаю. Я еще смотрю видео у Валькирина о сезона, какой перс метша. Это, блядь, польский или что это такое?
Да что ты пляшешь? Тебе не нравится мой танец, не понял. Ой, пиздец. Специально разметился такой, чтобы загореть, блин, в прямом эфире. Такой. Ай-яй-яй. Что происходит? Это я был, кстати. Че, надо этот его восстановить. Там зона идет уже. Но он выпадет, и все, какая разница. А вы точно акушер? Сука. Да что-то прям так нарошен идешь. Сломала я. Найс. Ну ок, я ухожу, ты на чат не реагируешь. Так, читаем. Последнее сообщение. Хамут. Хамуда Хобиби. На это стоило реагировать. Чувак, пошел нахуй. Все, тачку угнали. Ярик, вернись. Ярик, ну батько машину давал, ну что ты робишь? Ярик, не та передача. Пока. Ярик, бачок, потик. Ну у меня просто зеркало заднего вида не работает. У тебя, по-моему, глаза переднего вида не работают. Он не успокоится, пока мы с ним не поедем. Витя! Ну и все, я предлагал вам свои услуги. Он еще на меня что-то выебывал, мол, я хуево вожу. Вожу. Ну не водю же. Водю, водю. Гладко водю по твоей спине. О, все, падают просмотры. Ура! Ура! Вот, Антон, у тебя какая-то не та логика неправильная. Йо, чего? Читы, походу. Да, это читер. Блять, какие же членососы, господи. Нихуя, что я сделал. Что за звук был? Нихера, что я сделал, хлюп. Маленький Лёша начинает познавать свое тело. Нихера жмыхнуло. Нидрить. Получилось. Не, браслет лобы, я думаю, должен два раза дальше лететь. Браслет лобы. Школа косноязычничества. Подписывайтесь на канал Декси, которого нет. Канал, которого нет. Там для меня сидит Витёк. Подходит срок. Так, какой? Его карьеры. Ага. Да, у тебя какие-то планы, да, есть на этот счет? Гибралтара. Попробуй отойти ко мне, я тебе не помогу сейчас. Не надо. Поднимай. Иди сюда. А можно вас сфотографировать, молодой человек? Как вступить в тупо, спрашивать, да? Ну, я говорю, через постель. Но не только. Если вы Валькирин, мудрец, Антон, там дурашки. Супер ниндзя черепашки. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки. А, спасибо. Спасибо за барьер. Ай-яй-яй-яй-яй. Я первый повалил его. Что? Как же он ходит, блин? Блин, пиздец. Пиздец. Люди добрые. Давай, беги, удачи. Счастья, здоровья. А, понял. Да? А ты кто? Я не знаю, где это. Angel, can you rest me, please? Please rest me. Thank you. Скажи, звуки классные просто вообще. Да. Меня устроил момент с этим, с Pathfinder'ом. Он хотел, наверное, быть быстрее, чем взрыв. Меня зовут Pathfinder, я самый, блин, быстрый человек на Земле. Но взрыв быстрее. Но взрыв оказался быстрее. Почему такое качество стрима, эй? Потому что, брат, извини. В дальнейшем будет лучше. Можно с вами ник Сапчик? Давай, да, без проблем. Мне тебя, ну, добавить самому, да?
Можешь не скидывать ник, я так. Я так, в принципе. Блять. Какие люди, у меня 5 звезд, вы что там, дурные что ли? Он долго будет стрелять в проем? Я не знаю, у него просто паника уже. А кто такой бумер? Ну это типа старикан. А кто такие думеры, блин? Это я. Это потому что ты в Doom играешь, да? Не, да. По-настоящему кто такие думеры? Чуть-чуть миллениалы, но он немножечко с привкусом. Привкус бумера, блин. Обернитесь, я здесь. Это один. Блять, ни разу не попал. Блумеры, блять, да вы что, издеваетесь? Так, достаточно. Блумеры, зумеры, руферы, блять, кто там еще есть? Не знаю, я просто старуха. Чувствую старость на губах. Блин, боже, сейчас... Чипи-чипи, Дейл. Оу, щит. Что такое? Я сижу, блин, хилит. А чипи-чипи и Дейл спешат на помощь. Чипи-чипи и Дейл. А что делать? Тут же в другой вход есть. В другой вход есть. Пошли туда. Пойдем, под землей вход есть. Пойдем. Или я потерялась. Ой, что? А что? Да ну блин, ну вот она. Так, мы вроде что-то хотели сделать. Антона возродить. А, точно. Не переживай. Пришло время снова катать на огибе. Нагиба. Нагиба, да. Что на тебе сейчас надето? Стул, блин. Все непонятно, написал уже. Нет, это просто кто-то очень много ест. Сел и сразу стул надел. Слышишь, Антон? Стула встать не можешь. Чехол для стула. Фальтирик, если бы ты был не живым предметом, понимаешь, ты уже в принципе предмет. Живой хотя бы, и на том спасибо. Да умри, боже, ну что с этой игрой не так? На. Пойдем на заметик, он тут рядом. Ну да, вот во мне. Меня тут замесивают. Жестко, жестко. Пчелка, блин. Пчелка. Просто взлетает, а взлететь не может. Я просто думала, как закрыть проход. Такой шмель чисто. Кто хочет кукурузные калочки? Да уйди ты от меня, боже. Кукурузную калочку хочешь, Даша? Все, пора заканчивать. Щитош, искренне надеюсь, что вам этот ролик понравился. Если же это так, обязательно подпишитесь на канал, оцените это видео лайком, прожмите колокол и посмотрите другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого!